Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Драконы всадники Олуха». Ну что ж, четвертый день, и 200 листочков мы забираем. Так, опавшие листья, да, значит. Так, что у нас здесь? Событие какое-нибудь доступное? Да, у нас доступно событие, вот, происшествие, груз для драконьего края. Но также скоро будет еще доступно свирепые против хранителей. Ну что ж, шикарно. Два события, да? Так, что нам принес Беззубик? Давай глянем. И... ну, кто бы сомневался, что именно тусклый янтарь мне выпадет. И сейчас он тоже мне выпадет, да? Или рун все-таки? Вау! 6 штук, я думал там... сотня у меня. Но я ошибся. Так, ладно, давай своих дракончиков отправим опять же на поиски. На поиски ресурсов. Так, а ты чё мне тут загрустил? Сейчас ты полетишь дальше на поиски, ветрокрыл. Ты даже не радуйся. Отправляем его, короче. Ой, подожди, не то я сделал. Нам нужно его отправить за железом. Так, ну, посмотрим, что эти хлопчики мне принесут. Руны. Так, а по итогу нам что достанется здесь? А, получается, руны? Я думал, шестеренки. Так, Сарделька, пора тебе, наверное, лететь в приключение под драконий край. Пускай летит. Так, Барсик, ты мне что дашь? Ну, тут либо шестеренки, либо тусклый янтарь. Чтобы тебе выпал топорик, это знаешь, что нужно сделать? Да ладно. Прикинь, не выпал топор. Да, ребята, это огромная редкость. Так, знаешь что? Нам, наверное, надо его отправить тоже в приключение. В драконий край пускай летит. Разделитесь бесплатно. Так, ну а ты, Громгильда, обучение дракона. Бесплатно. Так, замечательно. Этих мы с тобой отправили, да, на поиски? Так, теперь давай тогда... Секундочку. Беззубик у нас пойдет на особенное задание, да? Это... нам с тобой нужно что найти? Легендарных драконов. Ну, как естественно, мы с тобой вот этого ищем. И все никак не найдем. А для того, чтобы его открыть, нам дофига чего нужно. Да, друзья. Пускай летит, наверное, вот за этими пиками. Скорее всего, да? И это будет у нас слезомания. Так, пускай-ка он летит, наверное, у нас бесплатно. Так, здесь у нас отказаться от выгодного предложения. И на обмен у нас абсолютно ничего нету. Ну, то, что мне нужно, по крайней мере. За руны я не собираюсь у него брать ничего. Так, давай смотреть, что у нас тут. Так, кревет за рыбой. Ты за древесиной, вперед. Тоже за древесиной. Так, что у нас здесь? Станет он титаном? Мне кажется, нифига он сейчас не будет у нас. Ну, как всегда, радоваться рано. И я так думаю, что это продлится у нас очень и очень долго. Лети, обучайся. Горе ты луковое. Здесь мы отправляем за рыбой. Тут опять же за древесиной. Ты что, у меня спрятался? Типа я тебя не вижу, да? А эти у нас на обучение. Шепот смерти. Так, пускай это за древесиной летит. А почему эти обучаются еще до сих пор? Столько времени долго проходит между, как говорится, обучениями. Так, и модификрылка. 47 миллионов рыбы. Маловато будет. Ладно, пускай летит она дальше. Вроде бы как все. Всех отправили, все занимаются, да? Нам остается лишь открыть пак. Давай-ка мы это сделаем бесплатно. Что нам здесь выпадет? Громобой, шипорез, душитель. Так, еще и руны. А, нет, не руны. Шестеренки. Но также тут есть еще и рекламный. Так, монетки Одина 6 штук. И сама начиночка. Костолом, шторморез, кревет.
Так, ну что, вроде бы все. Откройте два набора карт. Так, ну теперь наших легендарных давай проверим, что он тут нам принес. Чешуйка плюс янтарь. Отправляем. Так, кстати, мы с тобой забыли ворчуна прокачивать. Так, пускай летит. Повысить уровень драконов до, что там, 15 раз? Так, ну а ты мне что принесешь? Опять же мухоморы и тусклый янтарь. Дальше. Здесь у нас открывается пак редкий. Шторморез, древоруб, кревет, вострозуб. Паричий прихвостень, беззубик. Вот оно как. Здесь у нас выполнена обменочка. Ну, вроде бы и все, да? Сезонный абонемент. Давай забирай с тобой. Тут янтарь. Тут у нас руны. Тут опять у нас янтарь. А здесь у нас 50 листьев. Так, до новой награды осталось 95. Сезонный рынок. И вот эти вот награды, ребят. Так, мы с тобой получаем привал викингов. Привал викингов. Я так понимаю, что это у нас украшение. Так, куда бы мне его... Куда поставить привал... Вот. Да, это чистой воды украшение. Пускай оно вот здесь у нас стоит. Угу. Подожди, не понял, чего... Ну, все. Так, ребят, ну что, остается нам с вами идти на события. Подожди секунду. Буйволорд у нас тут что-то сидит и друкует. С какого вдруг перепуга, а? Может быть, обучить его? А, не хватает древесины. Тогда пускай за рыбой летит. Все, идем на события. Подожди, я не понял, что это такое? Что вы мне тут даете? Дайте мне событие, говорю. Вот оно. Оно короткое или длинное? Ёк-макарёк. Оно среднее, ребят. Нет, все-таки оно длинное, да? Ладно, не имеет значения. Короче, погнали. Груз для драконьего края. Давненько не воевали, буквально пару дней. Поэтому давай-ка мы с тобой сейчас тут наведем шороху. Мы же любим наводить шорох. Так, одна, ага, две волны, один дракон. Это у нас душитель, собственно, персоны. Поехали. Так, он хоть один, но он очень жирный. Поэтому понижаем ему броню. Ах ты, смотри, что делает. Маленький, а, гаденыш. Кусаем. И сейчас мы его уничтожим. Ну ничего себе, что он вытворяет. Так, последняя волна. Водорез, собственный персон. Также понижаем броню. И потихонечку будем его сейчас уничтожать. Наверное, нам нужно... А хотя зачем нам хилиться? Это последняя волна, здесь можно и так обойтись, да? Укус. И добивка. Отлично. Так, крутанем с тобой колесо. Удачи. И выпадает нам рыба. 75 миллионов. Хотелось бы, конечно, что-нибудь другое, но ладно. Рыба так рыба. И забираем с тобой 50 рун. Дальше у нас будет поединок. Блин, потом еще один поединок. И только потом 1500 тусклого янтаря мы с тобой заберем. Но сегодня мы должны добраться с тобой до пака загадочного. То есть, как бы, это событие у нас делится на два. На два раза, да? То есть, за два шанса мы его с тобой пройдем. Так, музыка опять куда-то исчезла. Ну, в принципе, она мне как бы не особо здесь нужна. Давай-ка понижаем броню. Но они крепкие, согласись. Ты посмотри. Это сколько нужно сделать усилий, чтобы отнять у него одну полосочку ХП. Да, против красных эффективен синий. А синий, как ты видишь, у нас драконов нету.
Вот такие вот пироги. Надо здесь захиливать. А нам шторморезы. Так, ну что, он опять кусает. Ну, кусает он мощно. Конечно, по фиолетовому у него повышенный урон, поэтому удивляться не стоит нисколечко. Вторая волна. Кто у нас здесь? Ага, змеевик. Собственной персоны. Он у нас тоже красный. Давай-ка мы, наверное, хильнемся здесь. И будем потихоньку его тоже истреблять. Опа, он промахнулся. Это нам всегда на руку. Когда промахивается вражеский дракон, мы с тобой чуть-чуть приближаемся к победе. Тыдыч. Причем к безукоризненной победе. Так, давай, наверное, хотя лучше вот так. Блин, я думал кританем. Но в любом случае ему крышка. Крутим очередное наше колесо, и выпадает нам здесь, да ладно, плод мудрости. Спасибо большое, он нам точно пригодится. Ну, а мы с тобой двигаемся дальше на поединок. Так, раз, два, ну да, да, пока мы с тобой сегодня доберемся. Ну, хотелось бы, конечно, все это пройти. Тихо, не надо здесь. Кстати, а он ватный, ребята, у него очень мало полосочек отделений, поэтому он быстро разберется. Давай, наверное, вот так вот влупим сразу же. И не добили. Так, его надо бояться. Его надо бояться, потому что он всегда делает свою ульту на трех энергиях. Так, ну здесь, блин, они два партизана, еще те. Давай-ка, наверное, вот так сделаем. Добить успеем. Добить успеем. Так, ну что с этим нам делать? Бомбанем. Плюс, наверное, хильнемся. Барсика немножко подлечили. Кусаем. Добить сможешь, Барсик? Вот ты красавчик у меня. Давай посмотрим, что нам здесь достанется. Ну, тут древесина, к сожалению. К сожалению, древесиночка. Ладно. Забираем с собой 1500 тусклого янтаря и переходим на вот этот бесполезный поединок. Причем их будет два. И потом мы с тобой, естественно, заберем вот этот пак. Загадочный. Просто загадочный пак, в котором, как ты знаешь, не особо такие мощные награды, но иногда может выпасть что-нибудь стоящее. А здесь в данный момент у нас Хофер. Но он один, так что я думаю, что здесь мы его сейчас быстренько уничтожим. Ага. А не забывай, что три волны здесь уже. Так, ну тут понятно, надо спасти голову начинать, потому что этот подождет, никуда не денется. Он не такой уж и страшный. Он типа лаварыга. А, давай-ка так сделаем. Эх, можно было бы уничтожить его, конечно. Ну что ты там пыхтишь? Пыхтит он мне. Ну что, добиваем с тобой пристеголового и понижаем здесь броню. Почему понижаем броню, ребят? Потому что он сам по себе страж и очень тяжело разбирается. Так, что он будет делать? Просто атакует. Я думал, что он будет тратить свою энергию, но он почему-то отказался. Отлично. Так, дальше у нас с тобой кревет и шторморез. Так, начну-ка я потихонечку с кревета, наверное. Так, потом у меня ходит кривоклык. Кривоклык бомбит на 388, ребят. Но это с пониженной броней. А сколько он в обычном режиме, а? Кусает. Так, погоди, наверное, вот так лучше сделать. Хотелось бы посмотреть. Ну-ка. 268. Считай, на соточку меньше. Соточку снимает, ребята, понижение брони. Прикинь. Это очень круто. Соточка. Смотри. Видишь? Все-таки большая разница, да? Очередное колесо. И выпадает нам здесь древесина. Просто древесиночка. Ну что, а вот у нас и мини-боссик уже на горизонте. Сейчас мы будем с ним разбираться. Интересно, кто здесь? Ну-ка, покажите мне. Так, тут три волны. Ё-моё, три волны. Я начну, наверное, вот с этого змеевика. Красный, конечно, тоже плохо, но синего просто мы быстрее с тобой разнесем. Окей. А, у него еще и повышенная атака. Вот это плохо.
это, друзья, плохо. Сейчас кому вжарит? Барсику? Ну, конечно, будет Барсика теперь лупить. Так, и хиляемся. Барсика нужно спасать. Так, а здесь у нас кто? Ох, елки-палки. Скалотряс, собственной персоной, и плюс водорез. Блин, я боюсь, Барсик не доживет. Сейчас он будет его кусать. Опа, он почему-то на кривоклыка побежал. Слушай, ну это же хорошо тогда. Это хорошо, сюда бомбим. Отхиливаемся. Начинает глушить. Кого? Барсика. Барсик, ну-ка давай ему в ответочку. Раз, два. И добивка. Ветрокрыл и костолом. Ну, ребят, тут твою налево, какой он мощный, а? Ветрокрыл здесь мощный. Вот серьезно тебе говорю. Так, ну это последняя волна, да? Последняя. Так что давай быстренько сейчас мы разнесем здесь. Вот на этого. Вот так вот сделаем. Пускай он нам поможет маленечко разобраться с ветрокрылом. Он промахнулся. Он, друзья мои, промахнулся. На тебе. И добивай. Ну что, костолом, давай потрещим. Видишь, что делает? Повышает себе атаку с каждым разом. С каждой атакой повышает себе силу удара. Сейчас кому-то достанется. Кривоклык. Ну что, ему в любом случае, ребята, уже крышка. Все, победа. Сейчас заберем награду. И это у нас прилив сил. Спасибо за прилив сил. Так, и забираем загадочный пак. А теперь посмотрим. По-моему, еще нужно будет одну заходочку сделать. Раз, два, три, четыре, пять. Да, ребят, еще 5 поединков, и это происшествие будет пройдено у нас. Так, 2 дня, да? 2 дня у нас в запасе еще есть. И тут через 2 суток только лишь откроются, ребята, и будет всего лишь 2 дня у нас на все про все, чтобы пройти свирепой против хранителей. Ладно, давай откроем с тобой быстренько пак. Что нам тут? Монетки Одина, это понятно. Шторморез, костолом, защитник. Допустим. Так, теперь нам нужно что? Ну, давай сходим на арену, фиг с ним. У нас здесь есть одна ячейка свободная для пака. Заодно откроем с тобой пак вождя. Ну, давай, кто там у нас? На очереди. Ага. Так, Барсика пока трогать не будем, а вот этого желательно бы ушатать. Нам огнеплюи здесь не нужны. Да что ты будешь делать-то? Так, теперь мы кусаем, понижаем, о, даже уничтожаем. Так, поехали сюда. Теперь кривоклык у нас следующий будет на очереди. Я боюсь, Барсика потеряем мы. Да, скорее всего, не успею я его защитить. Сейчас, наверное, вот это... Хотя, погоди, нет, этот уничтожит. 2 атаки, и он... Оу, он повесил, ребята, отравление. Слушай, а мы залечиваем раны? Мы залечиваем раны. Кусаем. Атакуем. И смотрим. Мы выживем. Друзья мои, мы выживем. Барсик наш не пострадает. Все, круто. А кто у нас в этом поединке будет участвовать? Ох ты. Вот эти 2 дракончика опасные типки. Я даже не знаю, кто из них опаснее. И древоруб, в принципе, и клыкокрив. Наверное, все-таки с древоруба начну. Громорог меня сейчас не особо тут интересует. По чесноку. Ау. Смотри, что творит. Но нам нужно уничтожить как можно быстрее древоруба. Это не древоруб, это у нас прихвостень. Древоруб у нас зеленый, это что-то я попутал.
Ну, крышка, да, у нас. Понятно, крышка ему. Погнали тогда, теперь этого разносить. Раз. Два. Так, громорок. Он бьет мне штормореза. А этот сейчас... Опа, опа. Тьфу, могло быть и хуже. Скрита мы его уничтожили. Поехали. Ну, громорок здесь уже нам ничего не сделает. В любом случае, мы его накажем. Так, понижаем броню, так как он страж. Кусаем. И сейчас мы его добьем. Или что он сделает? Отхил? А, он щит себе повесил. Ну, ты в курсе, что щит тебе не поможет, а, громорок? Вот и все. Ну что, друзья мои, последний, надеюсь, поединочек у нас здесь. Музыка, как всегда, испугалась, убежала. Громорога трогать не будем. Сардельку тоже. Начнем, наверное, вот со змеевика в первую очередь. Так, понижаем ему броню. И, блин, они вдвоем сейчас будут ходить. Ну, конечно, конечно же, будут все бомбить моего барсика. А нет. Слушай, понизили атаку, ты прикинь. Что нам сделать? Давай сюда, наверное, шмальнем разочек. Так, ну, конечно, все, барсика, скорее всего, сейчас сметут здесь. Промахнулся. Ага. Это нам только на руку. И отхилиться успеем даже. Шикарно. Шикарно. Две атаки. А мы контратаку. Кусаем. Хильнуться не... А, успеваем. Ну, так все тогда получается. Мы выиграем без... потери наших дракончиков, получается. Кривоклык, кританий, пожалуйста. Вот и все. Ну что, друзья, мы с вами получили редкий пак, как ты видишь. Ну и, естественно, пак вождя. Выпадает нам шторморез, кошмарный пристеголов, экзотический шепот смерти, кривет Дагура и все. Пока все так, откройте два набора жетонов. Берем 10 рун. И берем еще с тобой 5 рун. Слушай, если... Давай глянем рекламку, а? Так, выполните 9 ежедневных заданий. 9. У меня сколько выполнено? 5. А какие там еще задания есть? Ну-ка, дай-ка я посмотрю. Стоп, подожди, а где... Это... Подожди. Почему задания у нас не показываются? Ладно, тут что-то можно еще у нас забрать. Ага, события. 100 листьев. Я так и не понял, куда нам вот эти листья нужны. Друзья, ну куда вот нам они нужны? Опа, 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 смотри. Круто. 500 листьев. Плюс 50 рун. Так, тут 250 листьев, потом загадочно. Блин, как же я хочу, ребят, вот этот тут верхний. Я не могу прям активировать премиум. Что здесь опять показывает мне? Сезонный рынок и что? А-а-а, так вот для чего нам листья-то нужны, ребята. Сезонная награда. Ой, а тут можно, смотри-ка, топокрыло получить. А что у нас в сезонной награде? Давай посмотрим. Бронекрыл. Так, смотри. Четверяк. Лиственный нюхохват. Скороят. Гротажер. Ядовица. Слушай, да у меня... У меня практически ни одного дракона нет такого, прикинь. И руны. Блин, конечно же, мне хочется накопить на топокрыло. Очень хочется. Но что-то мне подсказывает, что я не успею. Ладно, у нас... Сколько у нас вообще это событие длится? 24 дня. Ну, если постараться очень сильно. Я не знаю, как тут. Очень сильно, наверное, можно все-таки заработать. В 20 путешествий тут еще. А, тут листья, тут янтарь. Тут опять листья, листья, листья.
Используйте плод мудрости в серии испытаний 8 раз. Ага. Блин, я даже не знаю. А давай попробуем с собой один пак открыть, а? Так, вот навскидочку. А вдруг... А вдруг нам повезет? Поехали. Но была не была. Рыба, древесина, рыба. Ага. Ух ты, ребята. Урчемень. Такого у меня нету. Такого у меня нету. Ты, конечно, разместить. Да, пускай он, конечно, у нас всего лишь такой редкий. Но главное, что его у меня нету. Вот он такой. Это что-то типа Громоля, да? Да, это сородич Громоля. Отлично. Ну что, друзья мои, а на этом я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам.